iPhone 4. Замена задней панели. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 4». Чаще всего заднюю панель меняют из-за механических повреждений. При падении трескается стекло. Откручиваем два винта в нижней части. Пальцами смещаем крышку вверх и снимаем ее. Новую крышку прикладываем к корпусу, смещаем ее вниз, чтобы она вошла в пазы, и закручиваем два винта. Все, задняя панель заменена.